Жители Покачей стали чаще жаловаться на клещей. С начала сезона за помощью медиков обратились уже 10 человек. Как отмечают специалисты, для муниципалитета это годовой показатель. Таких цифр здесь не фиксировали последние 5 лет. Так, в одном случае клещ присосался к ребенку. 4 паразитов ничего не подозревающие жители привезли из других городов Югры. Еще 3 членистоногих нашли своих жертв в лесу, 2 – на дачах. И только 1 на территории города. И это несмотря на то, что в Покачах провели специальную обработку. Если вы не привиты, вам ведут противоклещевой иммуноглобулин. Это называется экстренная профилактика клещевого энцефалита. Если вы привиты, просто нужно наблюдать. Ну, понятно, что нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, но и нужно наблюдать за своим состоянием. В течение 21 дня измерять температуру. Если какое-то недомогание у вас возникло, даже если похоже просто на ОРВИ, то нужно обратиться за медицинской помощью.